Совместное с Китаем предприятие зарегистрировано в Могилевской области. Новый вытворчий створили китайская компания «Зумлеон» и завод «Могилев Трансмаш». Открытого акционерного товариства «МАЗ» для совместной вытворчести будовничей и коммунальной техники. Супрацовництво МАЗа и машинобудовничей корпорации «Зумлеон» началось у мае 2015 года. У снежне на Могилев Трансмаше з'явилися в опытные узоры. Это автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн, а так само подметально-уборочная машина. Техника поспехово прошла испыты, а так само сертификацию у рамках техничного регламента Мытного союза. Совместный продукт уже не одной удельничал на международных выставах. Через пару года вот эти три машины уже собраны, а сейчас, сегодняшний день, мы с МАЗа уже создаем СП, ну, будущие перспективные планы уже планируется в течение там 5 лет, то 1500 машин выпускать. Планируем загрузить площади, повышить экспортный потенциал, используя совместно товаропроводящие сети, как предприятия Министерства промышленности, так и компания «Зумлеон». С этого момента супрацовництво МАЗа и «Зумлеон» выходит на новый этап. Совместная вытворчесть отримала, так мовить, юридичное обличье. Это теперь белорусско-китайское товариство с обмежованной отказностью «Зумлеон МАЗ». Проект очень важный как для Могилевщины, так и для республики в целом. Это выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Ну и, конечно же, развитие сотрудничества с Китаем как со стратегическим партнером. Беларусь готова представить китайскому партнеру выгодные условия для работы. Новая юридичная особа худко плануется станет резидентом свободной экономической зоны Могилев. Этот протокол об намерах баки так само подписали. Все лето «Зумлеон МАЗ» планует выпустить не меньше 30 одинок спецтехники. Задача на будущую – 1000 машин в год. Поширится и линейка продукции. Для совместной вытворчести разглядаются разные виды коммунальной, будовничей техники, а так само пожарные машины. Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, новини региона.